сидеть и слушать. Ну что же, дорогие наши, родные уже все, друзья наши, туристы Гоголя. Сегодня у нас еще одно вечернее кафе. И я передаю микрофон моим коллегам, моим друзьям. Сегодня в кругу друзей у нас будет с вами веселье, душевное общение и, как всегда, я сейчас сперва разберусь, туда ли я попала, и вообще по адресу ли. Так. Фу. Отдышаться разрешите, да? А то, знаете, столько бежала, так старалась, так спешила. Не признали явно. Конечно, не признали, потому что я тот самый отправляющий человек на берегу города Пермь, который вам... Вашему столику нет бога. А, Савельич бы трезвые. А что, пьяный Савельич? Так, вот сейчас все и начинается, да? Может быть, ваш чемоданчик? Если смотреть, в смысле, стоять спиной к теплоходу, с левой руки стоит мужской... А что вы сидите? Мы же у наше построение... На построение. Выходите, выходите. Четвертая. А, Алексей, я хочу предложить ее вам. Вот так. Итак, у нас есть самый главный управляющий. Это Татьяна Александровна. Что у вас на бортовке происходит? Помните, что мы там открыли? Ладоши.